Они тут летают. Охренеть! Что это было? Что? Я как... Ой-ой-ой-ой! Муха-муха! Эпика, ты чё? Надоели сайты с открытием кейсов, на которых вас, скорее всего, обманут? Тогда тебе к нам! Открытая лайф-лента, возможность посмотреть профили всех пользователей, открытый инвентарь бота и многое другое, что полностью доказывает нашу честность. Не веришь? Проверь сам! Заходи на elitecase.net и испытай свою удачу! Всем привет, друзья! С вами Квантум, Хелдор, Кратос, Морган и Труман. И, друзья, безумие сегодня в GTA. Да-да-да, ребята, погнали! Всем мне привет. Санчес, друзья! Стой, сейчас... стой, я тоже Санчес! Я пошел, я Чупер возьму. Чупер, блин, я так тут очень все плохо. Чупер Василия возьму. Друзья, сейчас я вам расскажу, в чем суть. А что он не едет? Все, я этого придурка удаляю из друзей. Просто, друзья, беру и удаляю. Данил, ну я случайно. В общем, суть в том, что сверху на нас сыпется армада самолетов, а мы должны... Армада, я бы сказал, даже эскадрилья самолетов. Вот, друзья, уже полетела часть какая-то. И в чем заключается наша задача? Мы должны увернуться. Вот этого безумия. И добраться до вертолета военного. Да, они ж внизу просто вот ездят. Да. И добраться до сейф-зоны, чтобы можно было сбить самолеты. Ой, я кого-то сбил, я самолет сбил мотоциклом. Морган полетел. Не-не-не, я тут езжу, все окей у меня. Да, я кого-то Руди сбил. О, Руди. Ты с мотика сбил. О, пошли отсюда. Вы видели, это что сейчас было, друзья? Я видел это, Данил. У меня что-то пролагало, какая хрень какая-то случилась страшная. Да, немного пролагало мне. О, what the fuck? Мне чувак пытался сбить хрен тебе, понял? Держи, желтый! Я почти до конца добрался. Серьезно? Тут меня желтый щемит. Ох, нихрена себе! Вот это повезло. Чуть-чуть не упал. Бля, братан, хрен тебе, чувак, взорвись! Хрен тебе! Хелдор, взорвись! Друзья, какого хрена так нельзя делать вообще? А что это такое, не знал. Быстрее, бежать, бежать! Бля, что там это, толчок засорили? Бежать! Данил! А! Я в тебя врезался, тут Сань! Бля, в смысле? Сань, знаешь что? А, что там, чувак? На платформу какой-то бомж левый залез, который должен на самолете летать, и начал меня обстреливать. Вот лох. Кратос подписчика сбил. Охренеть! Данил! Они меня... Том, подожди под меня! Давай, я выжил! Они так кричат! Поехали! Так, они уже едут! Я вас вижу, ребята! Я целю! Все, зашибись, давай, едь! Блин, я почти что сбил его! Почти что! Друзья, на самом деле сложно летать на этих самолетах! Да, они вообще какие-то неуправляемые! Да, сбил одного, есть! Я видел это, кстати. Кто-то там... А, это уже сбитый труп лежит. На! По башке прям его крылом ушатал. На них наезжать, когда они прыгают, потому что они меня могут сбить. Воу, опасно, тут пандусы долбаные. Они летят. Кого-то сбил, есть. Это был мой, ты чё? Какой твой? Ты его обозначил? Нет! Ого, что там у вас? Интересно, Антон взорвался или нет? Hello! А что мы с тобой вдвоем будем есть? Нет! Чё? Вот ты жив. Не прёт! Вообще не прёт! Чё ты взял, Сань, чё ты взял? Я не знаю, чё я взял. Давай вместе ехать. Поехали. Ага, я вижу, вон я за вами еду. Сейчас вас это, по-моему, тут отшлёпают самолётиками. Я полетел! Охренеть! Меня на... Я выжил! А, не, блядь! Ой-ой-ой-ой! Муха-муха! Эпика, ты чё? Я прям между осколков пролетел! Я тоже между осколков аж полетел там! Вы знаете, какой у меня эпик? Меня самолет сбил, я типа еще летел! Твою мать, я упал с этой хрени! Бедный Данил! Я, короче, в объезд пойду, не умру! Я умер! Мой чё желтый, ничего не знаю. Да, возьми себе желтый, попробуй. Блять, Сань, я понял. Я пошел к другому желтому. Я красненький возьму. О, красный прикольный, но его заняли, я на ком-то сереньком лечу. Чё здесь какие-то обосканы, какие-то пошёлпанные? Да это же колхозные самолеты, что ты хочешь? Кукурузник, Саша, ты чё? Ща изи. Антоша знает. Пали на кукурузник. Это War Thunder уже какой-то, а не GTA. Реально War Thunder, а не GTA, просто. Ты видел, как мы вообще разошлись? В башку просто. Данил сбил, вообще красавчик. Данил, разворот. Данил размазал бошку мне крылом.
Емас, реально, Вартандер какой-то самолетный. Я мотоцикл. Ой, самолет, взлетай, самолет, взлетай. Самолетик не болит. Что вы за мной лечите? Трома! Потому что ты не... Иди сюда! Трома! Что это было? По-моему, сейчас мотиков на всех не хватит. Бежать, бежать! Не, должно хватить. Бежали, бежит. Я должен взять Санчес. Я не знаю, мне бы Санчес был, мне больше всего нравится, но что-то мне не хватило. Есть, погнали. Я взял Санчес. О, всем хватило Санчесов? Поехали. Данил, что такое Санчес? Это зеленый мотик такой на колесах. На колесах, ключевое слово, мотоцикл на колесах. Хрена там кто планирует? На квадратных. Саня! Кто стреляет? Гоу, гоу, гоу. Сбили меня! Ой-ой-ой, это везение! Это было опасно, это реально везение. Почему я улетел? А стрелять можно в самолет? Еман! Я подскочил до рампы! Что случилось, Саня? Блять, выжил только что. Офигеть, все, я поехал. Я немножко подождал, обождал, так сказать. Саня, ты же понимаешь, что забрать вертолет и меня забрать, потому что я вниз упал. Всех забрать! Сань, заберешь вертолет и заберешь меня, я вниз упал. Нет. Блин. Построй дом, заведи семью. Сань, ты доехал? Сань, ты доехал? Я уже тебя не заберу, Антон, если только в воду сейчас спаду и потусим вместе. На заднее колесо я выжил. Ебать, я видел. Меня разбили. Охренеть! А я, короче, человеком упал. Я жив остался. А, ну я понял тебя, братан. Я вообще фарш просто. А что мне делать? Я тут типа сижу. Утони, Антон, утонуть это лучшее твое будет. Так у меня блин, за мной летят самолеты, пацаны! Твою мать, повезло! Ох, да, тебе повезло, прям. Мне прям по шкуре погладило! Сейчас я развернусь. По крайней плоти? Давай! Спокойствие, Кратос, лови рыбку. Займись рыбалкой. Два туриста идут, иди познакомься. Где? Я их убью. А чё, парашюта нет у меня? А чё, почему у тебя должны быть парашюты? А откуда у тебя был парашют? У кого? У тебя! У меня не было так парашюта. Тогда, когда на вертолет прыгал, у тебя был парашют? Ну ты... А. Может, да, у меня как раз самолет. Желтый, забил. Мой! Ага, как вы будете делить, сейчас я посмотрю. Я на красный сел, Саня остался без самолета. Саня, да выпендривался? Вделили, блин. А не, смотри там. Там желтый еще есть дальше. Все, мой желтый. Саня, тебе не разрешу желтый взять. Он мой должен был быть. Добился, только да, Саня, своего? Ну, сука, кто охренел, что ли? Ты, Саня, отжали желтый самолет? Саня, держи меня. Че? Антон, Антон! Он упал? Вы что, улетели там? Антон, вот придурок. Ой-ой-ой, меня мотоциклом подбили, я чуть вообще не умер. Чуть или умер? Бля! Меня подбили, а меня самолет перекосило. Это Дерфем такой гений. Ой, все, я сдох. У меня бомбануло. Прощайте. Я улетаю. Иди сюда! Иди сюда, мои ребята. А что, вы вдвоем летите? Иди сюда! Да куда, бля? Куда, Мика, ты чё? Ты не видел, бля, ты придурок, что ли, я летел? Мой салатовый мотик, да-да-да-да, мой салатовый. А я взял этот мотик, так что... Это ты раз... что? О, мне ПП есть, фига себе. Я там уже разбился. Нет, Данил, мое почтение. Мое почтение. На тебе, козел, в сраку тебе, фальшфаером. Тебе тоже фальшфаер. Саня! На! А? Мое почтение. Они тут летают. Охренеть! Что это было? Что? Я хотел... Обоссанный ты, придурок, Крата, чтоб ты всрался. Меня не сбили пока что, это очень хорошо. Что, вот, блядь, ой, я кого... Твали с мотика! Как я Руди уничтожил, what the fuck? Не поеду, ох, бля, ну дай бог тебя просрешь. Харли Квинн, да и кто там за рулем, они... Тушка такая лежит. Есть что, хотя бы спрыгну на всякий случай. Буду смотреть назад. Да? Сзади Мерсер летит! Макс, сбивай его! Хрен тебе, нет. Не сегодня. Все из-за Антона, потому что этот придурок на меня приземлился. Вот ты ущипен, Антон. Ущипен, Антон. Ты наложишь, ты подо мной. В смысле, да ты подо мной. В смысле, летел. Ты охреневший бабкин внук, понимаешь? Картошечкой пюре перекормленный. Вот тебе, понял? Просто решил свернуть. Слушай, это вообще конкуренции никакой. У меня даже никто не пытается нас сбить. Я вообще не понимаю, где они все. Он вылетает! Он вылетает! Ниже, ниже! Да.
забрал. Ну и ладно. Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Да, и не забудь подписаться на мой инстаграм, ссылка в описании.